Если сейчас не получается, я не знаю, я тупой и все, и пойду открывать кейсы. Вот это мое призвание. Всем привет, с вами Метеор. И да, я продолжаю играть на сегве Sky Factory, лаунч Кабум. Давненько меня тут не было. Так как меня захватили в плен Гуки, короче, я там пропал на несколько недель, но теперь я вырвался с этого плена. Хотя, кому я рассказываю? Ну да, недельку, наверное, я был все-таки занят. У меня там была работа и так далее. Я потом освободился, и еще недельку, наверное, мне было просто лень поднять свою жопу и записать. Без записи, пока готовился, сделал несколько квестов, даже, ну... Не могу сказать, какие точно, но вот эту ответку я точно помню. Это пока готовился, сделал. Что еще изменилось? Здесь на острове появились все-таки два таких здания. Это типа под Таункрафт и под Индастриал. Ну, вообще под механизмы все. Под Таункрафт, конечно, у нас тут ничего еще нету, потому что Таункрафт я толком не изучал. А под Индастриал вот такая вот штука. Трубы в трубах у нас, сейчас покажу даже. Подымусь. В трубах у нас солнечные панели стоят в разных. Вот тут, там, короче, везде всякие трубы эти стоят. Давайте-ка, чтобы не заходить, просто home пропишем. И, короче, вот здесь вот лежат все сундуки. Здесь лежит заготовки до заданий. Это, кстати, что такое, я это делал? Ну-ка, давай, ты карганам. А, я это, то есть, не делал, да, еще? Ох, кейс могу взять. Или все, все сразу дают. Ничего себе, нормально, нормально, нормально. Так, вот это надо выложить тогда, раз нам тут накидали. Эти кейсы открывать будем попозже. Так, а это что такое вообще? Это что за... А, я понял. И, кстати, скорее всего, это будет последняя серия на этом сервере, потому что остальные задания, они хардкорные. И я вот, ну, можно сказать, все у нас почти сделано. Таункрафт это вообще отдельная тема. Это столько мороки, и скоро будет вайп. Я не хочу даже делать. Ну, там мне говорили то, что будет относительно скоро вайп. То, что вот я сделал, это Ender IQ, индустрия. Почти ее сделал, но тут такие по мелочи осталось. Конечно, два задания всего лишь. Первая энергия тут тоже. Это не хочу делать. Это вот, кстати, вот легко делается. Можно будет попробовать. В начало тоже все сделано. Порядок в доме почти готов. Это тоже тут вот эти два, конечно, сложные делаются. А так все почти готово. И остаются эндермир, только хардкор и какая-то еще одна штука. Я этого просто не хочу этим заниматься. Так-то давайте не будем друг другу мозги это парить. Да, и просто... Господи, мне хватит, мне сюда хватает. И просто начнем делать задание. Вот это переносной пространственный порт, да? Или не пространственный, да. Давайте-ка... Ой-ой-ой. Пространственный... А где он? Вот, я его вижу. Крафтим. Задание сразу, да, готово. А, кстати, я не понял, почему это задание не выполнил. Я делал... Странно, ну ладно. А что тут дальше у нас по заданиям? Вот эти... штуки сделать, это что? Хранилище хранилище, если вбить можно, нет? Хранилище, да. Хранилище все вот здесь вот есть. Не понял, вот еще вот это. Сразу же зелененькое. Не понял. Вот это тоже же надо. Надеюсь, да, я не перепутал. Не, ничего не попутал, ладно. Все, забираем все эти кейсы. Просто как-то... Знаете, интерес просто пропал, это все крафты. Вот можно какую-нибудь другую сборочку, где, ну, какие-то боссы есть, еще что-нибудь, какой-то движняк, а то, можно сказать, я снимаю одни просто крафты, готовлюсь к крафтам, крафты. Больше ничего я такого толком, так, толкового и не снимаю, как бы это странно не звучало. Кстати, здесь вот алтарь, да, я такой сделал, не знаю вообще, в том крафте я не шарю, да что-то вот тут я такое нашел, что-то сделал, да. Да, в принципе, больше ничего такого изменений нету. Снизу у нас еще, давайте тоже погляну. Может, что-то я упустил, но так мельком покажу. Тут какие-то тоже механизмы для заданий нужны были. У нас генератор работает? Нет. А, генератор работает, да. Кстати, хотел еще одну новость сказать, то, что если кому-то вдруг хочется на этом острове со мной пожить, будут такие условия, просто поставить
лайк под этим видосом, подписаться на канал, оставить комментарий со своим лучше, конечно, ВК, но можно просто что-то написать, лучше со своим ВК, чтобы я смог еще с вами договориться, добавить вас на этот остров, конечно. Я не знаю, кому он нужен вообще. Ну, короче, если вдруг у вас такая какая-то идея появилась тут пожить со мной, не знаю, я могу вас сюда добавить. Просто ничего не, вот ничего такого особенного не надо делать. Я объяснил все условия, да. Да, это как-то странно звучало. Вот, МЕ, жидкостное хранилище. Делаем. Тебя потом. Тоби. Сразу все сделаем то, что было заготовлено. Это всего-то пару штук, да, по-моему? Да, больше... Ну, тут сложно уже делаются они, так что как бы мы не хотели заморачиваться. Я такой, в основном, самые изичные крафты решил сделать. Да и все, в принципе. А так и говорю, просто мне, ну, неохота. Тут, честное слово, мне неохота уже сидеть эти квесты все делать, крафт. Не крафт, что-то делать туда-сюда. А это что такое у меня осталось? Не понял. А что осталось? Ичи-качи. А, я же хотел... давайте вот сюда сейчас это все выложу. Я же хотел точно сито сделать. И погоди, еще что-то не сделано. Это что такое? Пространственная ячейка. Пространственная ячейка у меня же нету. Да, нет. А что еще и заданий-то я не сделал. Интеркью сделан, интерм сделан, это все сделано. Окей, это что-то лишнее. Так, аутосито. Аутосито же, да. Получается, два остальных блока. Ага. Вот я только не понимаю, как это делается. А где моя палочка? Кто-нибудь ее вообще видел? Эту палочку? Хм. Я ее не вижу. Давайте-ка глянем здесь. Куча просто разных вещей тут лежит. Тут среди них нужно мне найти мою палочку. Я не... Конечно, можно написать, но я что-то это... Если честно, я забыл, как она называется. О! Вот она. Хватает? Да все вроде бы, да, хватает. Там потому что по 25 каждого элемента надо. Как это... Я не понимаю, как это делать еще? Окей, ну-ка сейчас попробуем, давай. Залетим сюда. Получается, на середину, наверное, надо поставить сито. Вот, допустим, сито. Ага, есть. Потом по бокам стекло. Это получается сюда. Сюда. Да, сюда можно, спасибо. Потом. Два слитка. Вот. Да поставься. А почему я ставлю? Не понял. Нельзя поставить? Или зависло? Интерес. Скорее всего, это зависло и меня сейчас выкинет, да? Ведь так? Ну-ка, если я покушаю. А, не, о, отвисло. Ничего. Не. Опять что ли? Да, ну что за лаги? Не надо вылагать. Это последняя серия. Можно нормально ее запишу. А потом так, наверное, я вообще как бы нет, у меня просто такая догадка, то что, наверное, надо, господи, а что, все крутится, вертится, что? Ну-ка, потом вот так, типа, бумс, 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 нет? Не так? А как? Что они так бешено крутятся? А что я не то сделал? Стекло есть, все есть. Магический верстак. А это что такое я сделал? Не то, что ли? Ну-ка, магический... Да, что такое? Магический верстак. Нет, это магический верстак, это не то. Это ж не то. Ой, господи. Ха. Непонятно. Аутосита. Фом магический верстак. Погодите, как... Какой-то верстак же был. Это, по-моему, не то. Это алтарь. А нужен верстак именно. Какой-то верстак был. Сейчас давайте-ка я гляну на 5 секунд. Так. Не, в принципе, я был прав. Этого столика-то в четвертом Таункрафте уже же нету. Получается, это... Ой, это вот эта вот штука. А как ей пользоваться-то, я не понимаю.
Давайте-ка аутосита еще раз посмотрим. Получается, центр. Или как-то... Авц. Да нет, тоже как-то непонятно. Или я, может, неправильный. Хотя тут алтарь-то получился. Давай, окей, сделаем наоборот. Поставим сюда, получается, по блоку. Вот, поставься. По бокам. По бокам же? Правильно, по бокам. Две панельки. Вот так. А сюда получается... Ой, это не то. Сюда получается... А что сюда получается-то? А, резонирующая... Погоди, там точно надо сталь? Да, сталь нужна. Вот, ставим сталь. Сталь. И как бы... Вот так. Вот, что-то там заиграло. Или оно таки было? Как? И как? Непонятно. Ну-ка, они всегда мерцали? А, они всегда мерцали, да? Хм. Я тупой, я не понимаю, как, чего вообще. Что делать-то надо? Хм. Как-то непонятно. Ну, если это получается как бы середина... А! Ой. Я, кажется, понял, да, в чем ошибка? Ну, да. Ну вот, мне еще тебя никто... Я почему-то подумал, то, что там обычно сито, просто не посмотрев, решил крафтить. Ну-ка, у меня есть... Хэви сито, нет. Жалко. Тогда нитки, получается. Нитки. Нити, нити, нити. А зачем я вышел? Тут же можно сразу крафтить. Берем тогда вот эту... Ой, что-то я зря так сделал. На все... Ой, опять на все сделал. Ладно. А потом сразу же тогда крафт можно выложить? У меня что, нету? Окей, господи, можно и такое было сделать. Сначала я все через shift, конечно, крафчу. На все рейсы вообще крафтить. Но у меня хорошо там не было. И вот так вот, бан. И так... А, нет. Да, кого? А... Это не то, да? Или то? Это? Да. А как? Что-то опять не то. Компрессор, резонирующая ячейка, ну. А может быть, все-таки местами поменять вас теперь? Давай, давай поменяем местами теперь. В этот раз-то у меня хэви-сита есть. Если сейчас не получается, я не знаю, я тупой и все, и пойду открывать кейсы. Вот это мое призвание, просто открывать кейс. А, вот теперь, через shift там, как-то так... Да почему не получается? Не. Она... Непонятно. Ладно, я слишком туп для этого. Это надо посмотреть будет гайды. Я и так уже полазил по интернету. Что-то ничего не нашел. Короче, мне лень, я пошел открывать кейс. Все, ничего не знаю. И так уже убил... Столько времени на этот аутосит, и нифига не понял, зря я строил алтарь. Но хотя не зря, потом как-нибудь, если дальше буду просто без записи поигрывать. Понимаю. Наковальня. Понимаю. Тоже понимаю. Одобряем. Понимаем. А что за шлак вообще один падает? Я не пойму. 25, ну тут 75 где-то есть, по 25. Во, нормально. Фигня и такое все, фигня, относительно фигня, тоже такое себе. Так, господи, можно вот это вот повыкидывать мне, в принципе, хотя кабель, у меня же есть имя система, могу вот так вот, воп, сюда просто и все, и инвентарь чистенький. Ладно, понимаю. Магическое, кстати, дерево. Вот, не, я же сделал, да, задание? То ля, маяк выпал. Я же что сделал задание? Да хватит. Давайте даже мне вот сейчас не лень. Я пойду посмотрю.
посмотрю, это где, а где это было? Экстра-утилиты? Да, я сделал это задание на магическое дерево. Я не помню, когда я его даже успел сделать, вот этот поворот. А можно обойтись без каменных инструментов, иначе как бы они мне не нафиг не нужны. И без мусорок, и без вот этих крашеных блоков. Ну, короче, я вас понял. У меня столько хлама сейчас появится в ME-системе, просто, господи. Давай я даже это заберу. Ага, заберу. Тут же... Зачем я это все подобрал, а? Тут кто меня просил это подбирать? Короче, что у меня тут есть? Вот так вот просто, вот так вот все сложить. И кейсов у меня, в принципе, еще очень много. Я думал, они у меня почти закончились. Даже на полный инвентарь еще остается. Яйца пойдет, редкая, не очень, не очень. Просто по фасту максимально быстро открываем. Давай это я все выкину даже сюда пока. Соберем. Легендарная, ты понял? Легендарная мне выпала штука какая-то. Это получается на квест тоже. Понимаю. 200 с чем-то там земли, ничего себе. Какие-то кейсы такие и интересные пошли. Когда... Блин, мне вот это вот... Ах, можно мне вот... Ну, вот зачем мне просто эти ваши панели? Скажите мне, пожалуйста. Вот зачем? Я вот так вот буду стоять, так вот буду складывать. О, кстати, да, вот тут офигенное решение. Надо вот так и открывать. Просто сразу выкидываешь, открываешь. И... Да. Понимаю, вообще фигня эпическая. Пойдет. Пойдет. Мне кажется, без вот этих панелей... Там, кстати, эти повыпадают. Чё? А, не понял. А чё у них такие... Какие-то странные. Окей, это что-то это багануло немножко, но ничего страшного. Какие-то странные просто... Отображения идут. А, эпическое. Почему это эпическое вообще? Я не понимаю. А? Имея контроллер, это что, на шишалово какой-то, а? Я подумал, это имею контроллер, а это, оказывается, просто блоки из чизеля, блин. Первый раз, когда выбил. Опять какую-то штукенцию выбил ненужную. Не, пока из-за кейсов, я как понял, только пока легендарная вот эта штучка мне одна выпала, это все из самого такого. А, говоришь, из кейсов ничего не падает нормально. Ну, ладно, говорит. Игра мне и дает вот этих вот куча кустов. Зачем они мне, а? А можно лут организовать, нет? Где-то, да, спасибо, это как бы... лут есть, нет, в этих сундуках? Там на сотку у меня какой-нибудь есть? А, это называется под конец говнолут станет. Ой, еще. Под конец называется засри-ка себе инвентарь. Лут-чест, засри себе инвентарь. Понимаю. А кейсов больше нет? Кейсов больше нет. Блин, обидно. Я так как-то быстро их всех открыл. Ну, короче, как я и сказал, задание я как бы выполнил. В порядок в доме почти весь, но только задротные вот эти задания, которые там сидишь, крафтишь, и потом только получаешь. Оставил, и в основном все остальное выполнил. Я вам говорил уже, кто вдруг хочет со мной тут пожить, ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на канал, и, возможно, тебя я выберу жить со мной на свой остров. До вайпа, конечно. Тут, я не знаю, показывал, ну, внутрь зашел, показал, зачем, не знаю. До вайпа, конечно, то есть, будешь жить здесь, пока это все не удалят, пока там не выгонят, не разграбят, короче, ну, ты понял. А так, просто пиши комментарий, и, может быть, именно ты попадешь на этот остров. Ну, впрочем, это такой своеобразный финал серии Sky Factory на сервере Kaboom. Я уже объяснял, почему не хочу делать, потому что одни задротные задания. У меня сейчас времени задротить на Sky Factory немного. Играть я в него тоже как-то сильно не хочу задротить. Ну, короче, вот связь, понимаешь, да, вот связь, понимаешь? Хочу, короче, просто закончить. И уже взяться, может, за другую сборку или что-то другое делать, короче, не знаю. Ну, а я вам говорю, спасибо за просмотр, спасибо то, что вы были со мной, смотрели серии по Sky Factory. Всем удачи, пока и хорошего настроения на этот день.